того, есть поручение у нас Минэкономики, если я не ошибаюсь, подготовить законопроекты, полномочия по отоплению все-таки снова забрать у поселения и передать на районный уровень, потому что это не дело. Все поселения нищие, денег у них нет, они за, вот за клуб они не платят, а бедолаги кочегары зарплату годами не получают, и район вроде не при делах, поэтому надо передать полномочия обратно на район. И нам проще республике с районом работать. У нас 99 муниципальных образований, да мы, Минстрой наш не в силах за каждым контролировать. А когда будет это все в районе, будет проще. Ну, это как бы первый этап передать, а второй этап сейчас мы проводим проверки, будем проводить проверки. Там у нас главный застрельщик Минстрой, там и Минфин, и Минэкономика. И для того, чтобы понять, где, почему, как складывается, где рабочим не платится, где на уголь, мы вот буквально здесь в пожарном режиме Черногор спасали снова, буквально неделю спустя снова у них угля нет, руками разводят, поэтому все эти вопросы мы будем решать, но не так быстро, не так скоро, это невозможно, годами так эта ситуация складывалась, но решать будем. Спасибо, Ирина Ивановна.